У нас Дед Мороз вот так с сюрпризом выдает шарики Лол. Соня! София прекрасная! Привет, друзья! У нас канал «Привет, Леград». Мы сегодня открываем коробку от Деда Мороза. Привет, девчонки и мальчишки. А также их родители. А также их родители. Да, как и обещали, мы открываем сегодня подарочки от Дедушки Мороза. Вот у нас еще какой Дед Мороз есть. Такой даже в очках, очень умный. Ну что? Сначала мы откроем вот такой сюрприз с куколкой Братс. Вот здесь написано. Да, здесь написано. И здесь есть сюрпризики, которые мы будем делать. Трафаретики, всякие краски. И будем разукрашивать куколки платьица. Ну все по порядку, да? Какая ты сегодня красивая, София. Ты у нас сегодня принцесса? Фея. Фея? А у феи что-то есть еще? Да. А ты будешь сегодня колдовать? Делать волшебство? Пусть у вас будет все-все хорошо. Любите друг друга и цените друг друга. Ну теперь давай. Ну давай, 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 а то я что-то не тут. Так, достаем нашу куколку. Ого. Вот такая у нас кукла. И это не просто куколка, а это целый игровой набор. Даже вот такой подиум есть. Сейчас мы все развяжем. Нет, зайчик, давай я тут сначала начну. Хочешь куколку сразу достать? Давай ее сразу достанем. Нет, у нас здесь вот где-то. Здесь она скотчем. Да, давай посмотрим. О! Давай, вот это все обрезать надо. Так, открываем. Вот так мы ее открыли. Смотри, какой подиум. Он не достает. Он тоже у нас прикручен. А мы вот так сделаем ножничками. И вынимаем наш подиум. Держи. О, какой. Так, здесь еще какие-то пакетики. Давай, это я все обрежу. Я знаю. Что? Это сюда. Да, ставить туда. Одним движением. Ой, смотри. Так. И самое интересное. Наша куколка. Нет, там еще ворсик. Да, у нее так прикреплены волосы сильно. Это все надо отклеивать. Сейчас я это сделаю. Вот мы открыли ее наконец-то. Вот такая. Смотрите, какая красавица. Ух ты. У нее такие длинные волосы. Смотрите. По самые колени. Она очень красивая. Она в красивой юбочке. Есть розовые трусики. Белая маечка. Какие у нее классные туфли. Босоножки, наверное, это. На каблуках. Очень огромные. Вау, она очень красивая. Губы. Ну, вообще, бесподобная куколка. Вот здесь она будет стоять. Интересно, она стоит или нет? Открыли мы подиум наш. И вот эти все принадлежности. Ой, она стоит, София. Смотри, какая красотка. Ну, давайте, куколку мы показали. Что она умеет, я не знаю. Сидеть умеет, не умеет. Ноги у нее, по-моему, сгибаются. Не сгибаются. Не сгибаются ножки? Сгибаются, смотри. Она может вот так танцевать. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, сгибаются в колени, смотри. Ты что, уже достаешь манекены? Здравствуйте, друзья! С Новым годом! Я подарок для Софии. Всем вот такой большой поцелуй и привет! София, 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 что же ты там делаешь? А София открывает наш дальнейший сюрприз. Я хочу вот эту. Я хочу а София эту. Открывает еще один сюрпризик. Давай, ты постоишь, посмотришь, а мы достанем все остальное. Там же есть еще много сюрпризов. Так, достала? Нет, нет, никак не получается. Ну, давай, я помогу. О, один есть, зелененький. Вот и это вот манекен. Такой вот манекен. Оранжевый, он прозрачный. Софийка уже один поставила. Ничего себе, как красиво. А давай посмотрим на коробочке, что там нарисовано, как должно все стоять. На коробочке вот показано, как должно стоять. Правильно, там должны манекенчики стоять. Здесь трафаретики. Что это у нас? Это у нас такой скотч для украшения. Вот здесь он отрезается. Он здесь тоже, наверное, куда-то ставится, вот так.
У нас есть вот такие манекены. Это оранжевый манекен и зеленый манекен. Вот такая у нас красивая шкатулочка есть, здесь открывается. Сюда можно что-то положить. Есть какая-то кнопочка, какие-то вот блестящие, как подиум. Сюда, значит, флакончики ставим с красками. Так, я достала тебе флакончики. Вот такой у нас пакетик есть. В пакетике сейчас посмотрим, что. Вот так. Ага. Ой, смотрите, какие губы. Юбочка еще? Еще не одна. Смотри, это кофточка или платьице. Это все, наверное, будем разрисовывать. А, София, смотри. Платье. Еще и платье есть. Есть блокнотик. Покажи, что в блокнотике. Ничего. Ничего? Вот, есть. Это фломастер. Есть вот такой блокнотик. Да. Это вот блокнотики, фломастер вместе записывать какие-то. Будем делать для нее модели, да? Что запишем? Что ты там пишешь? Манекен. О, это... Манекен нарисовала. Какая вот. Ты умница. Вот. Супер. Так, давай дальше. Сейчас я вам покажу, что у нас здесь есть, что нам положили. Положили нам белое платьице, которое одевается на манекен. Одень, Софийка, на манекен. Вот так и одевай. Оп. Смотри, как красиво, да? И большое. Это вечернее платье. Так, есть вот такие штучки. Еще юбочка есть. Куда бы юбочку повесить? А юбочку положим, давай сюда. Нет? Да. Да, сюда. Вот так мы ее спрячем. А тут они не открываются. Не открываются баллончики? Да нет, там все открывается, они просто вот крепко скотчем заклеены. Смотрите, какая краска. Они полностью здесь герметично запакованы. Наверное, чтобы детки раньше времени не достали. Есть вот такая еще зеленая, красная. И желтенькая. Сейчас мы посмотрим инструкцию, как все нам нужно красить, да? София открывает трафареты и всякие блесточки, а там есть. Наклеечки. Там скотч. Так, наши трафаретики. Вот здесь они так закрыты. Сейчас. Оп. Один. Вот так они даже ставятся. София, смотри. Оп. Ты уже краски открыла? Нет. Это пока не открывай. Сейчас мы посмотрим, как это правильно все сделать, хорошо? А я знаю, что нужно наложить и красить. Ну, так это ж надо манекен сначала сюда поставить. Платьице мы уже одели и будем разукрашивать. Но мне очень в белом они тоже нравятся. Они что-то не стоят. Сейчас всунем. Наверное, оно там туго всовывается. Или как-то открываться должно. Это не крутится, нет? Какая-то кнопочка. Сейчас разберемся. Смотрите, что у нас получилось, какой подиум. И вот такие шикарные губы. Это, наверное, стеночка для того, чтобы не забрызгать все вокруг. Она будет сдерживать краску. Вот сюда мы ставим трафареты. На, Софийка, я освободила их. Сейчас будем выбирать. Вот инструкцию нашли. Я вот такую вот. Оранжевую. Так, я поняла, вот надо это все разукрасить. Еще есть вот такие красивые у нас наклеечки. Похожи, как у нее юбочка. С вот таким красивым орнаментом. Сердечки, звездочки, здесь цветочки, что угодно. И то же самое на наклеечках. Я так поняла, это все надо наклеить на юбочку, чтобы было красиво. Сейчас мы это попробуем все сделать, да, Датенька? Ты краску все распечатываешь? Вот так вот. Да, там это нужно забрызгивать. Наш трафарет вот сюда устанавливается. Вот так. Какая красота! Очень красивый набор. Сразу чувствуешь себя? Сразу чувствуешь себя дизайнером. Дизайнером, да. София сегодня со мной дизайнер. Мы будем украшать нашу куколку Брат.
А как мы ее назовем? Брат. Ну, Братц — это название куклы. А у нее же должно быть имя. Смотри, какая она стройная и красивая. Шикарная кукла. Шикарный набор. Дед Мороз, конечно. Молодец. Мы установили наш манекен, и мы будем украшать наш платьице. Да, сейчас попробуем. Вот так оно крутится. Кнопочку нажимаешь, и оно вот так танцует. Ну что, давай попробуем. Вот наша краска. Это красная краска мы брызнули. Есть вот такая. Попробовала я на коробочку. Ой, желтый. Желтенькая. Сейчас. Давай попробуем. Зелененькая, вот такая краска. Ну давай с чего-нибудь начнем, посмотрим. Будем украшать наше первое платьице. Внимание. Вот. Что с этого вышло? Квашня-машня, да? Ну, ничего особенного. Сейчас мы снимем и попробуем это сделать вот на нашем картончике. Мы решили забрызгать сзади желтеньким, а наверх сделаем зелененьким. И будет у нас такое... Нет, наверх красненький. Красненький, давай. Ой. Вот такое у нас дизайнерское платье. Чуть-чуть промочим его. А сейчас мы приложим трафареты, звездочки, да? И забрызгаем зелененьким цветом. А теперь наверх, на красненькое положи. Ну, как-то звездочки не выходят, как-то пятнышки одни, да? Оп. Ну, в общем, красивое платье ей обеспечено. Со спины вот такое получилось. Ну, а спереди ничего, мы еще сделаем наклеечки ей, да? Или зелененьким еще закрасим тут. Даже ничего, скажи. Вот так вот. Ой, горошки получился, да? И полосочку. Смотри, и полосочку. Даже красивое платье получилось. А сзади вот такое платьечко, а спереди прям вообще красота. Тебе нравится? Что а ты вот нашла? Это чем? Это скотч. Его надо, наверное, тоже куда-то клеить. Давай поставим наше платье сюда сохнуть. А когда оно высохнет, мы его обклеим. Ну что, давай юбочку обклеим. Сделаем с нее красивую юбку. Не черно-белую, а сделаем красочную. Обклеим нашими наклеечками. Вот эти что, бриллиантики такие. Сейчас мы сделаем такую куколку вот здесь на юбочке. Такие наклеечки. Мы сделаем красивый наряд. Вот такие у нас наклеечки. И сейчас мы юбочку сделаем очень красивой. Наклею такую наклеечку, молнию. Для вас время пролетит незаметно, а мы быстренько наклеим. Смотрите, какую куколку мы сделали красивую. Смотрите, как мы ее украсили. Теперь она очень нарядная и яркая, и не черно-белая. Полностью мы наклеечки все не клеили. Так будет оригинальней. Ой, какая она классная. И ноги растут у нее. И ноги раздвигает. Типа она и топать умеет. Ла-л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 а. Классная куколка. Ну как, ей вам нравится? Девочки, напишите в комментариях, хотели бы вы такую куколку или не хотели. Да, напишите нам в комментариях, нравится ли вам вот такой красивый наряд и такая красивая куколка. Ну и, конечно, подиум бесподобный. Платьице это мы не трогали, не украшали. Украсим его как-нибудь в следующий раз. А вот это платьице у нас сохнет. Мы его тоже еще не украшали, украсили губами. Вот так. Потому что еще не клеится ничего. Давай ее куда-нибудь пристроим. А, у нас же еще здесь есть вот такая шкатулочка, где у нас лежит юбочка. Но мы можем туда положить наши украшения, вот такие бриллиантики. Конечно, все не влезут, а маленькие вот так влезут. О, две всунули. Закрываем. А ну давай покрутим наши. Да, классно. Супер. Смотри, это оно взлетит. Ну все. Ну все. Наша куколка постоит на подиуме. А еще у нас есть
что-то хотела София показать. У меня есть волшебная палочка сейчас будет. Волшебство. Волшебство? А ну покажи, какое же волшебство. Та-дам-та-дам, кры-гры-бу, бу-бу-бу. Появись, царек, набегу. Дед Мороз, что-то ты хотел нам еще отдать. Ты забрал то, что принадлежит Софии. Куколку Лол. Ну давай посмотрим, есть ли там у нас. У нас Дед Мороз сюрпризом. Вот еще наша куколка Лол. Мы ее сейчас тоже откроем. У нас Дед Мороз вот так с сюрпризом выдает шарики Лол. Вот такая у нас куколка Лол. Ну что, будем открывать? И открываем первый слой. Почти по молнии. По молнии открылась, да? Подсказочка. У нас какая-то певица должна быть. У нас из коллекции она уже есть. Да? Одна. А если повторка? Это радуга. Думаешь? Ты хотела радугу. У нас радуги нету, куколки. Но если повторка, мы будем ее разыгрывать у нас на канале. И мы дарим нашим подписчикам повторочки куколок Лол. Я уже второй открываю. Сейчас по бутылочке узнаем, кто это, да? Это не бутылочка. А что будет? Смайлики. А, смайлики, да, у нас смайлики. Вот сейчас смайлики будут. Они отклеиваются. Как их? Вместе с куколкой? Давай попробуем. Что? Плохо. У нас залипли наши смайлики. О, такого еще у нас не было. Как это они их так заклеили? Вот наши смайлики оборвались. Они почему-то приклеились сюда. Как-то. Полностью. Ну все, у нас смайлики есть другие, поэтому ничего страшного. Вот так оборвались наши смайлики. Дед Мороз уже открыли нам. Так, открываем. Бирюзовый шарик. Бирюзовый шарик у нас. И сейчас что у нас будет? Бутылочка. Конечно же, бутылочка. Тут у тебя куколка. Не знаю. Такой бутылочки у нас, по-моему, нет. Это она, вот. Это кто такая вот. Она? Вот такая, думаешь? Да, я. У нас вот такая бутылочка розовая с золотой крышкой. Ну, посмотрим. Вроде у нас такой бутылочки нету. Но сейчас мы посмотрим, обувь какая. Ты думаешь, вот эта куколка? О, так снялся. Так снялся, отлично, да? Ага. Ну, давай посмотрим, что у нас за обувь. Ты же за куколка нам попадется сегодня. Мама, открой, теперь ты. Обувь открываю я. Ой, такие интересные пакетики, вроде у нас таких не было. Блестящие. Блестящие, да? Первый раз у нас такие блестящие пакетики. Да. Вообще они больше матовые какие-то идут у нас. А взять такой блестящий, аж хрустит. Так, давайте посмотрим, что у нас за обувь. Так, что-то маленькое совсем. Это обувь. Да, давай. Это она. Это она, у нас золотые. Маленькие носки. У нас золотые туфельки. Сейчас одежда будет. Давай одежду показывай, а я покажу пока туфельки. Они такие маленькие-маленькие. А молния открылась. Отлично открылась, да? Вот, смотрите, какие туфельки. Совсем крошечные. И есть маленькие ножки для маленькой сестрички. Это она будет. Она. У нас такой куколки нету, раз она. Так, ставим это сюда. Вот другая, там вот такого у нас еще не было. Не было? Потому что... А, ну да, я покажу. Смотрите, какая куколка у нас. А чего здесь по-другому? И у нее тоже есть манекен, смотри. Смотри, какой манекен. Смотрите, какой манекен. Нам попался, здесь была одежка, чтобы не помялась. Ну, это другая. Не такая. У нас шортики вот такие. Розовые, с золотым пояском. Можем оставить. Оставим, на наш подиум будет. Будем вешать одежку наших куколок Лол. И вот такой топик. Тоже идет розовый и с золотой оборочкой. Ну, давайте куколки. Что это за куколка, интересно? А я, это которая у нас есть у малышки, нет. Нету малышки? Ну, давай. И еще аксессуар есть, это, значит. Здесь какой-то аксессуар. Да, есть вот наш пакетик. А я уже знаю, кто это. Это... вот она. Вот она. А как ее зовут? Джинни. Это Джинни. Ты хотела, помнишь куколку Джинни? Какая она красотка, смотрите. У нас Джинни попалась. Вау. Чуть-чуть сережечки кривоватые, но ничего. Боже, какая она красивая, Джинни.
У нее голубые волосы, бирюзовые, розовые красивые губы, очень красивые фиолетовые глаза. Есть вот такой вот красивый у нее хвостик. Вообще бесподобная куколка, очень красивая. У нас не повторка. Ты ее оденешь? Да, губки немножко там это. А, вот ее еще аксессуар. Это такой вот головной убор, как идут у восточных принцесс. Это восточная. Это восточная принцесса, Джинни ее зовут. Диадемка такая красивая на голову. Я пойду наберу холодненькую водичку, да? И принесу малышку. Мы еще не купали малышку, да? Которая нам попалась. Но она в пластилине, она в одежде. Ничего, покажешь, что ты сделала для малышки. А ты пока ее оденешь, да? Мы просто такую куколку не купали на Новый год. И вот такой наряд сделала красивый. Да, Софийка ей сделала вот такой наряд. Она у нас Снегурочка. Мы в прошлый раз открыли его, но не купали. Этот шарик, и нам попалась вот такая крошечка. Но она уже меняет цвет, я знаю, но интересно посмотреть, да? Наша Джинни, Софийка ее одела. Смотрите, какая красотка. Привет, девчонки и мальчишки. Я сегодня попалась Софии. И теперь я пополнила ее коллекцию на одну куколку. Чему я очень рада. Я очень соскучилась за моими подругами. У тебя есть одна подружка из твоей коллекции. Да, а еще одну куколку, радугу, мы не получили. А что это ты наклеила? Думаешь, она будет плакать? Радугу мы еще подождем. Ну что, давай купать. Ты ее раздела? Я ее раздеваю. Да? А я покупаю Джинни, хорошо? А я малышка. Давай, давай наклеечку снимем, а то она растает. Так, малышка. А, она, смотри, какая смешная. О, смотри, она поменяла как цвет. У нее половина лица синяя и голова разными цветами. Да покажи. Холодная. Холодная вода. Смотрите на нашу малышку. Ой, какая она хорошенькая и страшненькая. Она меняет звездочки повряжутся. Наша куколка Джинни меняет цвет. И на ножку. И наша малышка меняет цвет. Мне ее так жалко. Джинни меняет цвет. У нее волосы, звездочки. И на лбу посредине между бровками тоже есть звезда. Давайте. Это уже хорошо. У нас мало кукол, которые меняют цвет. Большинство писает или плюется. Плюется, да? Она и плюется, и меняет цвет. Прикольно. Класс. Ну, Джинни, ты молодец. Ты такая красивая. Это... А ну-ка, давайте попробуем еще одного человечка. Манекен решила искупать. Его не видно в воде. Красавица. Его не видно. Мама, ты забыла, у нас еще ханебан с сережками и золотая. Это какая? А, точно, у нас еще одна есть с сережками. И золотая куколка с большого шара. И вот это теперь у нас с сережками. И тогда у нас будет три куколки. О, мне так ее жалко. Он так странно меняет цвет. Вот я тебе положу и покажу вам. Давай, покажи. Вот, даже здесь меняет. Да? О, какая хорошая девочка. Красивая. Красотка. На. Ух, какая малышечка. Есть у тебя сестричка? Нет еще. Нет, я ее пока что не нашла. О, ты бедненькая какая. Я пока о тебе позабочусь, пока ты найдешь свою сестричку. Пойдем, пойдем, я тебя спать уложу, а то уже поздно. Деточки должны покушать и поспать. Смотрите, как мы малышку переодели. Мы малышку переодели с этого вот манекенчика, сделали малышке вот такой вот комбинезончик. Теперь она очень красивая и классная. И короночка. Да? И ей очень идет короночка. Наша красивая Джинни. И хотели переодеть нашу брат, но мы не можем снять юбку, потому что очень большие ноги. Очень большие ноги и очень тоненький поясочек. Я почему-то думала, что здесь ножки, обувь снимается. А ребята, потому что здесь все по-другому. Ребята, может вы знаете, снимается обувь у них или как она снимается? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Не снимается. Мы хотели переодеть ее в новый наряд, но не получилось. Вот. Для чего наряды положили? Для чего наряды положили? Не снимается ничего. Ну, может, не снимается, просто мы не знаем как.
Давай мы ее поставим сюда. Вот такая красотка у нас сегодня. И еще одна красотка. А это везде есть такие вкладыши, Сонечка. Кто первый раз открывает шарик, чтобы знать, что куколки умеют делать. Ну что, будем прощаться со зрителями? Всем пока-пока. Подписывайся на наш канал. И лайк. Надеюсь, ребята, вам понравилась наша распаковка. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео на нашем канале. Вас еще ждет много конкурсов, распаковочек, куколок Лу. Всем пока-пока. Встретимся в новом видео.